Как же это? Ну что ж, ребят, ночной стрим, как я и обещал. Red Dead Redemption Online. Играем с другом, уже отошел, кстати, чай попить там. Так, какие планы на стрим? У нас сегодня планы заработать побольше денег. Сейчас мы будем заниматься охотой за головами, охотой на животных, чтобы делать поставки. Давай покормим, почистим. Ай, давайте, как вы хорошие. Купил себе хорошечное седло, которое практически не расходует стамину. Так, чем бы тебя покормить? О, вот это. Давай, давай. Ай, тебе хороший. Хороший пацан. А, так. Тебе понравилось? Кулак. Надо его как-то переименовать. Так, ну что ж. Нам надо поставить припасы. Сейчас пока со мной мой друг, можно сказать, детство играет. Он сотрал. Так, там я вижу волки. Так, я все на месте. Ага, тут волки рядом. Тихо, тихо, тихо. Тут волки рядом, Борисишка. Я заметил. Добей, добей, добей. А то мучается. Закрытый доступ. А, закрытый доступ. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Отряд пригласит. Кинул. Приглас. Привет, всем привет. Борь, если увидишь трехзвездочного, не надо его разделывать. Да, да, вкусно. Блин, добей волка, он мучается. Сейчас я добью. Братан, извини. Бедный пацан отмучился. Он ты знаешь, чуть не загрыз. Нет, он так на меня посмотрел, реально, вот такими глазами на меня посмотрел сейчас. Вот реально, ну, пес просто. Жалко прям. Ну, тоже, видишь, когда волки мучаются, и, ну, вообще любое животное, ты его не добиваешь, у тебя падает честь. Вот. Ну, я не могу оставить так, знаешь, либо его добить, либо его не трогать вообще. Ну, это правильно. Привет из Москвы, приветствую. Здорово, всем привет. Про другие игры, ребят, не спрашиваем. Пока так, устное предупреждение. Не, эта туша, в принципе, без... Такая разделанная туша, ну ладно. А у меня трехзвездочный. А, о, нормально. Вот его надо Крипсу отдать. Он любит такие. Блин, я себе место такое хорошее нашел. Смотри, везде леса. Классно вообще. Охотничьи угодья. Да. Сейчас пойдем этот. Как его? Сдавать. По, ну, на поставку. На припасы. If we can hunt and bring him some birds. А, птицу надо доставить. Вкус Украины, бро. Приветствую, Евгеха. Салам из Дагестана. Валикум салам. Ахлян васахлян. Александр, приветствую. Привет из Нино. Боря, где то Нино? Андрей, Андрей. Магомед, салам алейкум. С тобой погопать можно? А мы не гопаем, мы наоборот гопаем тех, кто гопает. Короче, сейчас будем заниматься охотой за головами. Так, нам надо достать, знаешь что? К нам еще кто-то пришел. Че я сел-то, ёптать? Индейку надо достать. Пойдемте искать индейку. Ой, ёптать, это не моя. Аспид, заходи, я же тебе приглас кинул. Так, сейчас посмотрим. А где это чучело? Куда идти? Куда идти-то надо? А, о, нифига, он далеко, он в Валентайне сидит.
На Валентайн. Сейчас аспит, я тебе скину. Вот я тебя один раз пригласил, скинул же, вот ты рядом с нами, а, ушел. И все, больше я что-то не могу пригласить тебя. Салам алейкум, Влад, валейкум салам. Кстати, Борь, когда два человека в лошади, лошадь все-таки стамину чуть-чуть у меня расходует. Оказывается, ну, вес имеет значение, да, в этой игре? Да, я легкий. Ладно, сейчас пересяду. Не-не-не, я тебе не про это говорю. Я вообще говорю. А, ну это да. Даже когда груз видишь. Увидишь этих, как его, индюков, или кого там, индейку. Говори. Ну, их можно услышать даже, они курлыкают. Курлык. Хорошо. Тут много оружия. Это утверждение или вопрос? Если вопрос, вопросительного знака нет. Я не пойму. Ну, много оружия. Ну да, много оружия, если это вопрос. Как говорится, на любой вкус. Ну, как бы да. Хотелось бы еще больше, но оружия хватает здесь. Автомат Калашников, допустим. Нет, такого. Калашников еще не родился. Сейчас 1870 год, кажется. Или 1890, я не помню, по лору. Давно проходил сюжет. Так, ну здесь должны быть обычно рядом с ним. Нам надо... А вот она, индейка, смотри. Ну, я ловлю. Давай, доставим ее. Сойди за повозку. Сейчас, подожди. Сейчас я ему доставлю. Поехали. Показывай, да, куда? Да-да. 1899 год? Я не помню. Что-то такое. Я помню 1800... Конец 1080-х годов. Тихо. Не ломай опять только. Туман. А? Туман, говорю, опять. Ну да, ну не ломай. Зато был пулемет Максима. Да, он здесь есть в этой игре. Он здесь есть. Возможно, фонаря нету. Есть. Достал? А я его не могу достать. Он не достается. Ладно, по прибору. Да? Тебя вообще не видно, что ли? Ну, нормально так. Биг Уим, приветствую. Максим есть, святой. Пулемет Максима есть. Я-то точно могу сказать, видел его. Они стационарные. Охраняйте припасы на пути в лагерь. Привет, первый астронавт. Кстати, чат, вопрос. Кто первый человек, который вышел в открытый космос? Дави его. Вот так. Нормально. Базар короткий. Ай-яй-яй-яй-яй. Только святой Антоний и Дмитрий Матросов правильно сказал. Остальные неправильно. В открытый космос, ребята. Кто вышел первый в открытый космос? Это не Гагарин, это Леонов. В открытый космос. Да, Алекстрим, правильно.
Алексей Леонов, молодцы. Ну, многие сказали неправильно. Привет, Дошик, как твои дела? Не снимаю ночью, не видно. Ну вот я специально запускаю стрим, когда ночью. Ночью у нас тут наступает. Что это было? Боря! Ты только не сломай ее, пожалуйста. Я даже сюда подняться не могу. Тихо, тихо, Боря, 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 не торопись. Пожалуйста, не торопись, ты уже... Тихо, тихо, Боря. Это не я. Ладно, пойдем. Ой. Я что-то не понял, ты как? Ну так вот. Пойдем еще раз делать с миссию. Гребаную. Тут вот реально, вот чуть-чуть осталось просто, мы уже дома были. Да я вообще не понял, как это все произошло. Повторением отвлечения. Погнали еще раз. So the other day I woke up face down in the mud with... Короче, давай за рулем ты. And my first thought was, what a great evening. But then it came to me, a brainwave, protection. You help some of the locals deal with the outlaws. А сейчас перестрелка будет. They pay you with supplies. За их защиту они нам припасы дадут. Genius, right? Как все серьезно, да? Жестко серьезно. Вот сейчас будет перестрелка. Ну вот я люблю такую гипс. Свет. Борь, сади свою лошадь, пожалуйста. Все, все понял. Вот я косячен, да? Ты вообще жестко, ты убрал бы хотя бы повозку эту. Все, погнали. Ой, какая лошадь красивая. Да, я ее разукрашивал. Где они? Задание закончится? Поставщик убить. Вот что с нами, а? Два задания провалили. А? Bad Sunday.